Привет, наверное, будет очень шумно, потому что я снимаю в реальном времени. И еще у меня не очень хороший звук, может быть, из-за того, что периодически я буду одевать маску, потому что нужно обязательно в маске здесь быть. Это аттракционы. Вот такие аттракционы, которые мы пришли с моей малышкой. Но малышка уже набегалась, напрыгалась, и теперь я решила просто взять, поснимать, чтобы показать, какие аттракционы в Америке и как детки здесь играют. Не очень много людей, естественно, детки без масок. Нам померили температуру, нам показали, значит, мы подписали какой-то договор, если честно, договор не читала, но, скорее всего, он какой-то связанный с тем, что я не против, что здесь будут еще дополнительно люди, и еще дополнительно люди будут здесь находиться, прыгать и в достаточно близком контакте. Потому что я абсолютно не понимаю, как дети без близкого контакта смогут здесь играть. Потому что они все сразу перезнакомились, и сразу все начали бегать, прыгать, скакать. Мы заплатили $20, значит, здесь ультиматум $26, и мы не смогли на два аттракциона попасть там, где есть участники и где есть люди, которые, допустим, работают для того, чтобы ребенок смог поиграть. Ну, например, мы не смогли сходить вот в этот аттракцион. Значит, я пожадничала $5. Но зато на минуту можно сходить вот в этот аттракцион. Туда набежало много-много детей сразу, когда мы попросили, чтобы нам его открыли. И там дети просто бегают вот от этих палок. Они крутятся, и дети просто носятся по часовой стрелке. Мне кажется, очень весело. Ой, я забыла, что совсем нету звука, когда я разговариваю в маске. Но чисто для профилактики я одела опять. В следующий раз, я думаю, мы с друзьями придем вот на этот аттракцион, где у нас есть... Ну, здесь можно пострелять, здесь можно что-то поделать еще. Ну, я думаю, это интересно. Да, напрасно мама пожадничала $5. Ну вот, и обязательно мы поиграем в этот аттракцион, в страйк. И еще очень-очень мне показалась очень интересная вещь. Это вот шарики. Шарики, конечно, здесь и для больших, и для маленьких. И многие уже взрослые, ну, взрослые, громко сказано, подростки. Подростки, значит, тоже здесь играют. И малыши, и дети, и вот, вот там подростки. Entertainment, beginner, expert и warrior. Вот такая полоса препятствий, которую нужно будет пройти. Интересно. Это входит в наше предложение. Еще здесь очень много трамплинов. Ой, но это не трамплины, как они? Это по-английски трамплин, а на это самое на русском. Сейчас как же это? А, батут. Вот тебе, пожалуйста. И очень много батутов.
Ну, в принципе, мы ходили в России в такой же, такие же аттракционы, и они тоже там были. И вот здесь вот очень интересно, вот мы не попали, значит, $5, опять же, мамина жадность. И вот за $5 мама не попала вот на этот аттракцион. Вернее, дочка не попала. Ну, вот тут так можно полазить со страховками. Такие, все для ползунов. Вот такие вот ползуны. А, и здесь еще есть такая лесенка, на которую можно полазить. Да, и тоже очень интересно. Вот такой батут с мячиком. И вот там уже батуты, которые просто ты падаешь на спину. Ну, это, наверное, профессионалы падают на спину. Падают на спину, подскакиваешь, отталкиваешься и опять падаешь. Так, и... Ну вот это вот очень интересно. А, у меня доченька потеряла. Эй! Потерял меня? Так, ну и, естественно, там есть место, где можно поесть. Ну, какая же... Какое же мероприятие без еды? И вот сейчас, наверное, мальчишки пойдут в этот большой аттракцион. О, да. Да. Да, интересно. Ну, естественно, здесь продается масса конфет, масса всякой ерунды для детей. И вот туда ребенок падает, в эти шарики. И из них даже потом вылезать не хочет. Так, наверное, меня опять не слышно. Опять у меня маска на лице. Ну, если честно, очень такой маленький парк. Ничего особенного. Но, во всяком случае, после карантина я почувствовала себя хорошей мамой. И смогла сюда сходить. Ну вот так, ладно. Вот такой вот у нас аттракцион в городе есть. Ничего особенного, но лучше, чем ничего. Всем пока!